Привет, друзья! Есть такое выражение, как рукой сняло. Но я имею в виду болезни. Так вот, как снять рукой, в полном смысле этого слова, головную боль? Есть у меня отличный способ. Это способ из шиатсу. Вот у нас в области головы есть 4 точки. Первая точка вот здесь. Буквально где-то один указательный палец от переносицы. Вот здесь есть такая точка. Надо ее давить. Тут у нас проходят так называемые энергетические меридианы. И вот эта точка, это та точка, которая застаивается, как будто ручеек перекрывает. И вот этот ручеек надо освободить. Энергетический ручеек, надо его немножко освободить. Вот взять просто-напросто и начинать давить на выдохе. Я специально так дышу громко, чтобы вы поняли, что надо на выдохе выдыхать. Вот раза три одной рукой, другой рукой для того, чтобы поменять направление давления на эту так называемую цубас, на эту точку энергетическую. Вот первая точка. Две точки в области висков у нас есть. То же самое на выдохе. Начинайте нажимать. Достаточно раза три буквально. И вот точка у нас есть над переносицей еще вот здесь. То же самое. Тут я думаю, что лучше поменять. Раза три нажал одной рукой, потом раза три с другой стороны нажал, для того, чтобы поменять направление давления на эту точку. Это у вас не займет много времени, не больше 5 минут. И вы сами почувствуете, что головную боль снимет как рукой. Вы сами ее себе снимете своей же рукой. Так что желаю вам здоровья и всего хорошего в жизни. Пока!